давайте сейчас все вместе возьмем в правую ручку нож. Нож возьмем в правую ручку. Все гости, нож. Этим ножом слегка, немножко, чуть-чуть постучим о краешек любого пустого бокальчика на столе. В тишине только не разбейте. Поехали. Девушки, красиво. Праздник к нам приходит. Значит, сегодня этот звон будет призывом ведущему к тому, что пора наливать бокалы пустые, звенят, наполняем бокальчики, стопочки для первого официального тоста. Поздравляю.